кружочек. Короче, все, выехали с Александрой в ресторан. Сейчас будем вкусно кушать. И я думаю, все-таки выпьем слегонца. Прям чуть-чуть. Но будем вам вести отчет, чтобы это чуть-чуть не заросло куда-то дальше. Чтобы контролировали. Да. Все, следите. Если в течение 2 часов до 5 утра я не выхожу на связь, знаете, я в говно. Я слежу за Клав. Все. Так, ну мы уже на Патриках в ресторане идем кусить. Опять я, да. Разлито вот на мне. Мы идем тусить с Сашей. Я, кстати, решила, что сегодня буду пить. И мы заходим в клуб. Хочу вам признаться, девушку звать не Рита, а Вика. Потому что мы что? Я в шоке, я вообще не хочу комментировать эту ситуацию. Мне кажется, я во сне. Но Виктории привет. Ну, мы были сейчас с ней вместе. Потому что Рита. Да. Короче, я просто перепутала имя. Ее зовут не Рита, ее зовут Вика. Виктория, а не Маргарита. Вот такие вот дела. Александра с ней познакомилась. Так что... Приятное знакомство и вам приятного вечера. Да? Мы продолжаем. Да. Так, я думаю, вам будет интересно, как мы вообще оказались в одном клубе, как и тогда мы оказались в одном клубе. Все дело в том, что у нас есть одна компания. Вот, и я про Сашу говорю: Саш, я говорю, это она. Такой ее зовут не Рита, а Вика. Да. Короче, я немножко не так имя услышала, вот. Просто совпадение, как можно было встретиться 2 раза так в разных клубах. Я тебе говорила, что это одна компания, что-то чем ты не слушала. В общем, мы сейчас уже вызвали такси, едем в Secret Room. Я Сашу сегодня везу по самым мажорным программам, поэтому вот такие встречаемся. Так, руку жмем, что ты завтра приедешь на Дом 2 ко мне. Конечно, 22 года. Одобряем. Мы сейчас, короче, будем пролезать через забор. Держи. Давай. Все? Да. Подожди, надо как-то... Подожди. Пока не пролажено, сурку снять сейчас. Короче, мы очень рано вернулись. Мы не хотим будить экраника, поэтому... Очень делаем... заботливые. Ага. Давай. Давай. Если... Аккуратно. Трезвый, блин, давай. Давай. Аккуратно. Боже мой. Давай. Блин, мне платье жалко. Давай, лезь. Что, мне прям насадиться на него? Да ложись, да, конечно, пацан. Да. Давай. Ёп, что ты есть? Голая, приду. Я не снимаю трусы, и всё. Сука, жопа голая сейчас. Я не снимаю жопу, и давай сбавай. Yes. Это с благоразумной целью, чтобы никого не будить, потому что мы как бы очень поздно, точнее рано вернулись, и будить людей в такое время, я считаю, что это неприлично. Спасибо. Поэтому мы решили перелезть через забор. Это, конечно, неправильно, но зато никого не разбудили.